우리 수업 계속 해볼까요? Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 텍스트를 한 번만 읽겠습니다. 잘 들어보시고 질문 보시고 말로 대답하시기 바랍니다. 자, Добрый день, Анна. Привет, Антон. Ты сейчас занята? Нет. А что? Ты хорошо знаешь английский язык? Думаю, что неплохо. Скажи, пожалуйста, как по-английски до встречи? Я пишу письмо по-английски и не знаю это слово. До встречи по-английски see you. Спасибо. А как твои дела? Как ты живешь? Хорошо. Ты знаешь, я сейчас учу корейский язык. Корейский? Как интересно! Моя новая подруга Хана, кореянка. Она учится здесь, в университете. Ты знаешь ее? В свободное время мы любим вместе гулять и говорить чуть-чуть по-русски и чуть-чуть по-корейски. И вы хорошо понимаете друг друга? Уже хорошо. А Хана любит русские песни? Да, она говорит, что любит слушать русские песни. А мне очень нравятся корейские песни. Сегодня вечером в МГУ концерт «Русская песня». Давай пойдемте вместе. Хорошо, давай пойдем. Жду вас в клубе. Пока, до встречи. 회화 내용이었습니다. 제가 목소리 연기 잘못해서 여러분 잘 이해해 주시기 바랍니다. 안톤과 안나 하는 대화였어요. 자, 대답해 보세요. Какой язык учит Анна? Анна учит английский? Анна учит корейский? Анна учит корейский язык. Правильно. Как вы думаете, где живет семья Ханы? Хана – это русская или кореянка? Хана – кореянка. Поэтому ее семья живет в Корее. Хана хорошо говорит по-русски? Нет, я думаю, что Хана не очень хорошо говорит по-русски, а только чуть-чуть. Что любят делать Анна и Хана? Они в свободное время любят гулять и говорить чуть-чуть по-русски и по-корейски. Они хорошо понимают друг друга? Да, они уже хорошо понимают друг друга. Что любит слушать Хана? Хана любит слушать русские песни. Какие песни любит слушать Анна? А Анна любит слушать корейские песни. Какой концерт сегодня в МГУ?
Сегодня в МГУ концерт «Русская песня». Когда и где Антон ждет Анну и Хану? Антон ждет Анну и Хану в клубе в МГУ. Отточаться, Ирабан. Дытки. Хуйхвабута, дытки то мани хэдэчо, урика, кэчо. Ча, игонэн 255 페이지였습니다. 일부러 페이지 안 써서 여러분들 좀 긴장해서 들었으면 좋겠다는 생각 들어서 그랬어요. 자, 오케이. 그러면 수업을 우리가 마무리합니다. 집에서 256페이지 마지막 3번 여기는 대화를 이제 녹백으로 바꿨으면 좋겠습니다. 아까 질문 대답 우리가 했는데요. 지금 안나 어떤 사람인지, 하나 어떤 사람인지 말했었으면 좋겠어요. 지금은 내가 간단하게 보여주지만 여러분들 집에서 끝까지 해보세요. 제가 안나만 소개해 볼게요. 들어보세요. 안나, это русская студентка. У нее есть подруга Хана. Хана – это кореянка. Анна учит корейский язык, и ей очень интересно. Ее подруга Хана тоже учится здесь, в университете. Анна и Хана в свободное время любят вместе гулять и говорить чуть-чуть по-русски и по-корейски. Они уже хорошо понимают друг друга. Анна любит слушать корейские песни, а Хана любит русские песни. И сегодня вечером они идут в клуб, потому что там концерт «Русская песня». Ирон Сигро, Ирабан, Хана Согейчусея. Даши ногом джиро ном гёчосо, дробошигу бисетан дукбегу мандрочусея. Ча, 여러분, 우리가 국어를 끝났습니다. 숙제를 드립니다. 숙제 물론 나중에 저한테 제출하시는 거예요. 국과 우리가 PPT 여기 녹음할 때 안 하는 문제들 다 집에서 하시는 거예요. Вы должны сделать эти упражнения дома. Сделайте, пожалуйста. 자, пожалуйста. И также вы должны сделать 총정리 문제 여기 있습니다. 257페이지. 이거는 항상 숙제로 합니다. 어렵지 않습니다. 해주세요. Пожалуйста, дома не только пишите, но и говорите. Читайте. Хорошо? Читайте не глазами, читайте ртом, громко читайте. Поэтому это у нас уроки разговорной речи. Вы должны правильно говорить по-русски. 자, 이제 우리가 수업을 마무리합니다. 아까 녹화 잘 안 돼서 세 번째 시간을 제가 두 개 파일 올리겠습니다. 다음 수업은 우리가 10과 오프라인 대면으로 우리가 공부할 겁니다. 가능하면 우리가 이제 정태동사, 방향대격, 부정태동사, 교통수단 이런 이루어지는 회화를 배울 겁니다. 여러분들 국어 너무 쉬웠으면 앞으로 조금 더 공부하시면 됩니다. 아시겠죠? 자, 이제 마무리 수업합니다. Спасибо! До свидания!